Читать непременно. Столица Чувашии на несколько дней стала большой литературной гостиной для любителей чтения. Всероссийский слет юных книгочеев и молодых библиотекарей проводится впервые. О книгах и их читателях в нашем следующем сюжете. Книга – это собеседник, лучший друг и учитель. Она – своеобразное окно в новый мир. И с этим миром нужно знакомить как можно больше людей. Так считают участники съезда. Детский писатель Юрий Кузнецов – продолжатель вселенной Александра Волкова. За новыми приключениями Элли и ее друзей следит уже новое поколение. Главное – это активность. Нас приглашают в школы, в библиотеки, на фестивали, на семинары. Несомненно, стали читать меньше, поскольку все-таки отвлекает на себя и телевидение довольно. Много интересных программ, и гаджеты, телефоны, где полно всяких игр. Ну, это все, на мой взгляд, несколько ленивый процесс. Лежишь, смотришь, отошел, вернулся назад. А книжка, она все-таки развивает внимательность, развивает мышление, то есть усидчивость опять-таки развивает. Участники слета говорят, библиотеки все-таки ходят и книги читают. Причем абонентов в детских гораздо больше. В Чебоксары приехали юные книгочеи со всей страны, около 80 участников. Для меня книга – это все. Я, когда ее читаю, у меня прям представляются эти сюжеты разные. Чем чаще я читаю, тем лучше мне развивается память. Последнюю книгу я прочитала Шекспир «Ромео и Джульетта». Творческие мастер-классы – неотъемлемая часть программы. Снять кино по произведению, нарисовать комиксы и сыграть в КВН – скучать не приходится. Связующее звено между автором и читателем – библиотекарь. Как привлечь больше посетителей, какие современные методики необходимо внедрять и какие программы реализовывать. Обо всем этом говорили участники форума. В нашей республике, кстати, вот с чтением книг, с посещением библиотек ситуация довольно-таки хорошая, я бы сказала, потому что и новых читателей достаточно много приходит в библиотеки, и нас не покидают наши старые, так сказать, в кавычках, читатели. Цель этого проекта, я и говорю, что это в первую очередь продвижение чтения, популяризация детского, юношеского, молодежного чтения и привлечение детей, детей в библиотеку, а молодежи, может быть, библиотечной профессии тоже, потому что, да, библиотечная профессия, она очень интересная на самом деле. И хотелось бы, чтобы приходили увлеченные люди сюда тоже. Этот слет – объединяющая площадка для тех, кто любит книгу. Организаторы уверены, только совместными усилиями можно популяризировать культуру чтения и прививать ее подрастающему поколению. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаметов, Республика.